красноярских детских палаточных лагерях пройдут массовые проверки пожарной безопасности после трагедии в Хабаровском крае. Напомню, там, на территории горнолыжного комплекса, за 10 минут полностью сгорели 20 палаток. Погибло 4 ребенка. Проверку инициировало Министерство образования края по поручению председателя правительства страны. Сейчас в нашем регионе работают 11 палаточных лагерей, в которых отдыхают 825 детей. Еще 3 планируется открыть. Все они имеют разрешение на работу от Роспотребнадзора. Дополнительную проверку на пожарную безопасность проведут комиссии в составе спасателей, полицейских и чиновников. В рамках данных проверок еще раз проанализируем, как организуются палаточные лагеря, каким образом обеспечивается охрана, в каких условиях проживают дети, используются электробытовые приборы в палатках, имеются ли противопожарные разрывы между палатками, а как таким образом осуществляется просушивание предметов, одежды, обуви.